Витязь в этом сезоне 5 шайб пропустил в большинстве. И вот она была близка. Шестая. Климович бросал. И с воздуха, по-моему, Педан успел шайбу отбросить, которая, казалось бы, уже летела в ворота. Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в город Новосибирск, где через несколько минут на Сибирь-арене начнется очередная игра фонбет чемпионата континентальной хоккейной лиги. Впервые в этом сезоне между собой сыграют Сибирь и подмосковный Витязь. Первый центр сегодня Артем Михеев. Он занимает место Эндрёфа в тройке с Георгием Белоусовым и Владимиром Бутузовым. Михеев это вбрасывание выигрывает, и новая атака начинает Сибирь. Эндрёф. Налево Шашкову. И бросок Никиты. Шайба в ловушке. Максим Дорожка оказывается. Меняется бригада большинства у Витязя. Хороший поперечный пас. Кара бросает поворотом в плечо Красоткину. Шайба попала. И Акузовский сразу же игру решил остановить. Неприятное попадание. И ответ Сибири в меньшинстве. Михеев. Витязь в этом сезоне 5 шайб пропустил в большинстве. И вот она была близка. Шестая. Климович бросал. Сумасшедший момент он упустил. Посмотрите, здесь Михеев бросил. На пятак передачу сделал. И вот шайба. Все, казалось бы, уже летела. Но нет, это не Педан, это Александр Еремчук был. Смог попасть по шайбе, которая уже за спину Максиму Дорожка опускалась. И Ивану Климовичу не удалось свою пятую шайбу в этом сезоне забить. 20-летний нападающий. 11-й защитник в истории континентальной хоккейной лиги, который добрался до отметки в 700 матчей. Сейчас хорошая позиция у бэка. В створ ворот не попадает. После броска в касание. Из-под давления выходит сейчас новосибирца Михеев. Михеев по центру катит, бросает с неудобной руки. Шайба на пятак отскакивает. Добивание рядом со створом. Первый на подборе Ярослав. На ближний борт шайбу отбросил. Так, это удаление будет, судя по всему. И вновь у Сибири. И вновь за игру высоко поднятой клюшкой. Артем Жуков отправляется, да? Угольникову досталось. Вновь Рой. Барак от синей линии заряжает. Красотки. Выкатывается из ворот, выручает. Отскакивает шайбу в угол. И еще один бросок Ивана Савчика в ближний. Но время на бросок-то еще есть. Скотт Уилсон на лицевую. Дереку Барику делает передачу. Вновь Уилсон. И времени уже на бросок не остается. Разыгрывали шайбу игроки Витязя. Но заставить Антона Красоткина вступить в игру так и не удалось. Нет, мы себя чувствуем отлично. Мы работаем над восстановлением в дни, когда нет игр. Поэтому не составляет нам особых проблем то, что играем в меньшинстве, потому что увы, были игры, где больше даже мы играли в первых периодах, но надеемся, все, штотки, столько удаления больше мы не допустим. У Витязя два броска на счету Дерека Берека, но при этом Витязь лишь один бросок нанес с ближнего пятака. Это был бросок Скотта Уилсона. Рой заряжает. Отскакивает шайбу от Антона Красоткина. Морозов. Именно он смахнул шайбу, которую отбил Антон Красоткин, не позволив Скотту Уилсону сыграть на добивание. Попов остановился на синей линии. Хороший ход в зону. Это удаление будет. И вновь удаление в составе Сибири. Но на отложенном штрафе Джереми Рой не переигрывает Антона Красоткина. Вот здесь заплел ноги Угольникову. Но Угольников из борьбы не выключился. Передачу Савчику. И тут касание на дальнюю Джереми Рою. Красоткин на щитках двигается изумительно. Направо Беку делает передачу. Бек налево Бутузову. Бутузов. Убойная позиция. Аланов. Касание. Бросок. И гол. Егор Аланов. Вторая шайба в этом сезоне. 9 секунд потребовалось Сибири на этот розыгрыш. Бутузов и Бек становятся авторами результативных передач. Но здесь, конечно, рикошет вмешался, по-моему, да? Аланов бросил. Галузин на шайбу попал и чуть сменил траекторию движения. Врезается в него Дерек Берек. Бросок Уилсона. Добивание Берека. И Красоткин в ближнем бою здорово действует. С двумя бросками соперника справился. Он здесь давление на Ефремова оказал Дерек Берек. И потом получил такую увесистую силовую от Тимура Ахиярова. Сушко открывается на дальнюю штангу. Но бросок с неудобной руки Эндрёфа. Эффектно забирает шайбу в ловушку Максим Дорожка. Хамидуллин от своих ворот направо делает передачу Егору Климовичу. Иван Климович налево.
Зубов. Это не удаление ли? Жестковато он обходится с Тейлором Беком. И вот небольшая стычка возникает возле скамейки запасных новосибирской команды. Конечно, это очень опасно. Так, Егор Зубов толкал Тейлора Бека. Бек разворачивался. Ну а Зубов на борт-то его подтолкнул. Еремчук закатывается за бросок. Низовый гол. Шайба заходит за спину Антону Красоткину. Неожиданный бросок низом. И Александр Еремчук делает счет равным. Возможно, еще смутил то, что из-под Ильи Морозова шайба выскочила. Вот уже начал разворачивать корпус Красоткин. И вовремя правый щиток на лед не опустил. Последний раз Еремчук забивал 6 октября в ворота Бориса. Ответ Сибири 3-2. Яковлев на вершину. Бросок с сопротивлением. Дорожка реагирует. Очень неприятный момент. Но важно было Витязю именно в этом эпизоде выстоять. И дождаться сирены об окончании второго периода. Она звучит, и команды уходят в раздевалки при равном счете. Александр, забросили шайбу прямо в раздевалку. Окрылила ли эта команда? Ну, приятно, конечно. Не без доли везения, но было много моментов, где мы должны были забивать, но не забили. А тут неочевидный момент, и нам воздалось за наши усилия. Эндрёв направо делает передачу. Хороший вход в зону. Бэк, мягкий пас, наброс на ворота. Дорожка выручает. Сегодня уже пару с командой удалялись за нарушение численного состава. И здесь действительно, да, арбитры не увидели, как Владимир Галузин попал по лицу. 50 секунд есть еще на большинство у гостей. Еремчук направо. Угольников. Хорошая скидка Владиславу Каре. И тот бросает на поражение. 2-1. Владислав Кара. Второй гол в этом сезоне. И Витязь выходит вперед за 8 минут до конца третьего периода. Достаточно много времени было у Владислава Кара для того, чтобы прицелиться. Да, Красоткин выкатился аж за пределы вратарской площади. Но идеальный и по точности, и по силе бросок Владислав Кара наносит. Яковлев в центр. Мягкая передача на синюю линию. Бросок подставлен клюшкой Иваном Климовичем. Рядом со створом шайба летит. Бэк получает шайбу от Ахиярова. Резко ударил по тормозам Тейлор. Ахияров в касание заряжает и забивает. 2-2. Тимур Ахияров сравнивает счет в этом матче за 2 минуты и 46 секунд до конца третьего периода. Идеальная по точности попадания. Там же ведь никто не подставил. Или все-таки был рикошет от Бутузова. Но Эндрёв забирает вбрасывание у капитана Витязя. И на этом все. Звучит сирена, которая фиксирует ничью по итогам 60 минут игры. 4 победы, 2 победы в овертайме, 2 победы в серии после матчевых бросков и 2 поражения в овертаймах. Бросок Игоря Угольникова рядом со створом. Савчик подбирает шайбу, выкатывается. Красоткин успел встать на ноги, делает Савчик передачу под бросок Угольникова и успевает Красоткин среагировать. Хорошую атаку сейчас провел Витязь. Выходит из зоны атаки. 41 номер Витязя. Дарин прибавил ногами, пробрасывает шайбу на свободный лед. От Морозова получает силовой прием. Дарин не может подняться со льда, а Морозов отправляется, судя по всему, в штрафной бокс. Рой закрывает синюю линию. Очень тяжелый отрезок для Сибири. Джереми Рой. Бросок. Красоткин реагирует. Блином шайбу отбил в сторону. Время на один бросок еще есть у Витязя. А вот передача Роя на Барака не проходит. И на этом все, дорогие друзья. Звучит сирена, которая фиксирует ничью после 65 минут игрового времени. Впереди нас ждет серия после матчевых бросков. Никита Шашков против Максима Дорожка. Переигрывает он Максим Дорожка. И 1-0 после 3 раундов Сибирь выходит вперед. Галузин против Красоткина. Не переигрывает он Антона Красоткина. И Сибирь празднует победу. Забирает второе дополнительное очко в этом матче. И догоняет в турнирной таблице Восточной конференции сразу две команды. Авангард и Салават Юлаев. Приятно ли забросить победный буллит на своем льду и еще и в таком непростом матче? Ой, конечно, очень приятно. В первую очередь хотелось бы сказать болельщикам за очень классную поддержку у нас. Даже когда проигрывали, все равно продолжали нас поддерживать. Вот.
Матч тяжелый, да, слава богу, довели до победы. С победой, Новосибирск.